Поведение людей, лишенных самосознания и совести, определяется тем, что какая-нибудь планета слишком близко подошла к Земле. Тогда мышление этих людей приходит в соответствие с их чувствами. И на нашей планете начинается очередная война или революция. год. Первая мировая война. Страна наполнилась спекуляцией и патриотизмом. Мир, казалось, сходит с ума. И тут в газете «Голос Москвы» появляется заметка о балете «Битва магов». Утверждалось, что балет принадлежит некоему индийцу. Автором сценария балета был Георгий Иванович Гурджиев. Ученик Гурджиева Петр Успенский так вспоминает о своей первой встрече с мастером. «В кафе я увидел человека восточного типа, уже не молодого, с черными усами и пронзительными глазами. Он производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и его атмосфере. Человек с лицом индийского раджи или арабского шейха сидел здесь, в крохотном кафе». По-русски он говорил с сильным кавказским акцентом. Как же получился из мальчишки, росшего на окраине империи, человек с лицом арабского шейха? Чем занимался Георгий Иванович все это время? Где и каким ветром носило его? Чем я только не занимался, где только я не был. Я работал на железной дороге, продавал крашенных под канареек воробьев, был экскурсоводом в Египте, владел мастерской по починке всего, что сломается. Владел нефтяными скважинами и рыболовными судами. И тратил все, что зарабатывал, на путешествия. Цель у меня была одна, все время одна. Я искал путь к истине и нашел. Есть три пути. Я нашел четвертый. Есть путь факира, когда человек ради познания истины жертвует удобствами своего тела. Не ест, сидит в одной позе, носит вериги. Сопротивляясь телу, он постигает Бога. Есть путь монаха. Человек обуздывает свое сердце на волне чувства любви к Всевышнему. И страха перед адом он достигает Бога. Есть путь йогина, когда ум человека подвергается суровой дисциплине. И есть четвертый путь. Человек, идущий им, использует достоинства всех остальных трех путей, сравнивая, обобщая, работая сразу во всех направлениях. Он делает это, не замыкаясь в монастыре, не запираясь в кабинете, а находясь в самой гуще жизни. В чем же истина? Истина проста. Человек создан по образу и подобию всеобщего Отца нашего Небесного. У человека есть великие божественные возможности. Он может за свою жизнь создать, вырастить в себе сильную душу, настолько сильную, что эта душа переживет смерть физического тела. Человек может стать бессмертным, если захочет. А что, не у каждого есть душа? Душа? Душонка есть, а душу надо еще заработать.
Даже ребенка рожают в муках, а уж бессмертную душу. Без зрелой души человек просто машина. Я сам часто думал, как мало в мире такого, что могло бы противостоять механизации человека и избрать свой собственный путь. А вот искусство, поэзия, мысль – феномены совершенно другого порядка. В точности такого же. Люди – это машины, а от машин нельзя ожидать ничего, кроме механического действия. Но разве нет таких людей, которые не являются машинами? Может быть, и есть. Но только это не те люди, которых вы видите. И вы их не знаете. Мне хочется, чтобы вы поняли именно это. Истина. Истинное знание не может принадлежать всем и каждому. Таков закон. Знание – материя особого рода. Если истинное знание распределить между миллионами людей, каждый получит очень немного, и истина обратится в ложь. Впрочем, никто специально не прячет истину. Большинству она просто не нужна, в особенности истина о самом себе. В своих странствиях Георгий Гурджиев встретил тех людей, которые машинами не были. Гурджиев побывал в Средней Азии у суфиев, встречался с дервишами разных орденов, написал таинственные трактаты о постижении Бога, о возможностях человека. Путь привел его и на Тибет. До захвата Тибета англичанами при маленьком Далай-ламе был некий Дорджиев, лама, отвечавший за контакты с иностранцами и сбор налогов с провинции для Лхасы. Он не был тибетцем, выходец из Российской Азии. Россия была обеспокоена ростом влияния Британии и Германии на Дальнем Востоке. Просто так в Тибет было не попасть. Может, Гурджиев использовал эту единственную возможность проникнуть в святая святых крыши мира, став российским агентом в Тибете? Получил ли он там тайное посвящение? О том знал лишь он, да Отец наш Небесный. С этих пор голова Георгия Ивановича всегда выбрита под ноль. Тогда же известный ариософ и геополитик Хаусхофер неоднократно путешествует в Тибет, надеясь найти там путь к Шамбале. Впоследствии Хаусхофер стал духовным наставником Гитлера. Там, на Тибете, встретились два мага. Один искал истину, другой – власти над людьми. Гурджиев, накопив необходимые денежные средства, приезжает в Москву и начинает собирать людей, заинтересованных в работе над собой, желающих получить душу. Его эзотерические группы и в Петербурге, и в Москве растут, несмотря на войну. Гурджиев начинает воплощать в жизнь свой давний план – создать институт гармонического развития человека. Но тревога гложет его сердце. Как там отец и мама? В феврале 1915 года он вместе с женой едет в Армению повидать родных. Чувствовал ли он приближение беды? Да, чувствовал. Знал ли, что произойдет на его родной земле? Нет. Тогда он еще не мог знать. Луч творения – это все миры, все солнца, наше солнце, планеты, земля и луна.
Луч творения — это лестница вниз. И мы, люди, почти в самом низу, в самом темном месте Вселенной. Дальше только Луна —